чудо затмения, так я назвала гадание для Стрельца на следующую неделю июня. Последняя полная неделя месяца нам предстоит. Она постзатменная, поэтому я решила на нее погадать. Мне кажется, что после солнечного затмения 21 июня мы все в понедельник найдем вокруг немножко иную, немножко измененную реальность. Мы действительно переживаем очень своеобразное с астрологической точки зрения время. И нужно быть очень внимательными, потому что, с одной стороны, Вселенная нам сильно ограничивает выбор. Она задает нам очень узкий сейчас коридор. А с другой стороны, тот выбор, который она сама нам подсовывает, бывает очень важным, и он определяет течение жизни на долгие-долгие годы. Ну, если говорить точнее, на 18, кажется, лет. Так страшно звучит. Для Стрельца три карты я достану. Не буду слишком много говорить, но... Итак, Стрелец, вас ждет конец разлуки, конец болезни, конец. Вы вырываетесь из какого-то плена, из какого-то заточения. У вас заканчивается заточение. Как хотите его интерпретируйте, у каждого заточение разное. У кого-то действительно это карантин и больничный, у кого-то это декрет, таких я тоже знаю, встречала. У кого-то это невозможность, для кого-то вот эти ограничения, этот забор, это закрытые границы, невозможность поехать, с кем-то встретиться. Все, всему конец, всем вашим оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостного ухода и так далее. То есть, понимаете, вот просто разрушается какой-то забор в вашей жизни. Но проще всего представить забор физический, да, это вот ну, буквально отсутствие авиаперелетов, например. Но в метафизическом смысле заборов люди имеют еще больше. Это для кого-то, например, вдруг, как по волшебному хлопку, прекратятся комплексы и заборы внутри себя, и вы решитесь на что-то. Не сами, а с подачи извне. Центральная карта суд – это большое известие, большая новость. Хорошая или плохая – все зависит от того, в какой цвет вы привыкли раскраску красить. Но это ожидаемое и неожиданное известие, крупное, которое как-то преломляет, меняет, абсолютно меняет ход вашей жизни. И благодаря этой новости для очень многих стрельцов вот именно откроется возможность куда-то поехать, дорога. Ну, прям колесо фортуны – это очень большие перемены, но Вселенная просто устроена, она перемены с дорогами часто связывает. То есть не могли поехать, узнали что-то – пожалуйста, поезжайте с катертью. Дорога, но перемены могут быть любого толка, любого уровня. Например, если вы сейчас спрашиваете про любовь, то, конечно, перемены в любовных делах могут быть точно такие же. Так, например, абсолютно застойное какое-то одиночество посредством одного звонка или одного сообщения может превратиться уже в одну общую судьбу, например, для двоих. Поэтому стрельцам советы такие. На следующей неделе ни в коем случае не отключать средства связи, не надо ставить телефон на режим, не беспокоить. Не нужно, ну что там, дверной звонок отключать, если он у вас есть. Потому что вот сама судьба с веселым свистом врывается. И действительно в жизни вашей может все очень сильно поменяться. То есть вы как будто бы вырываетесь на волю, и вам кажется, возможно, это... Конечно, вам покажется, что это результат ваших собственных усилий, но это не так абсолютно. Это вам разрешили. Вот вам Вселенная, вас она держала где-то, удерживала,
ну, в каком-то вот ограниченном пространстве, в каком-то, каких-то ограниченных возможностях держала вас Вселенная, а потом сейчас вот решила, что время пришло, и можно вас выпустить. И знаете, как тигры из клетки, вот так решетка поднимается, и вы выходите. Куда вы выходите? Что вас дальше ждет? Это уже сугубо индивидуально, и эта история потом покажет. Сейчас только вот идея свободы, идея освобождения. Ну, знаете, вообще, пока вот это я все описывала, аж сама вдохновилась, потому что я вообще такие ситуации люблю. Я подумала, что вот таким долгожданным освобождением для стрельца может быть, например, конец нелюбимой работы. Ну, то есть, если вы маялись, не могли никак уволиться по разным причинам, то тут приходит, например, известие о том, что закрывают компанию. И вы свободны, поезжайте куда хотите, занимайтесь чем хотите. Поэтому новости прекрасные. Советы, но совет только вот один. Пусть держите уши открытыми, чтобы эта новость не, мимо слуха, мимо органов слуха не прошла у вас. Спасибо.